Вот еще, пожалуйста, это прям пара. Это можно хоть на свадьбу дарить, если свадьба совпадает с Новым годом. Ну, вот а что нет? А можно повесить вот такое и до золотой свадьбы. До золотой свадьбы. Они еще и золотого цвета. Тут есть другие. Возьми, пожалуйста. Я сама возьму. О, вот есть еще другой формы. Ну, вот я не знаю, это лично мое мнение. Интересно. Играемся. Здесь больше ничего такого нет, кроме того, что мне нравится глубокий, насыщенный цвет вот этого шара. Я бы сказала, что я даже не могу передать, какой он красивый. Здравствуйте, господа. С вами Лилия Павловна Коваленко. И наши краткие этикетные беседы. Перед праздником мы кое-что должны вспомнить. Кирилл, у тебя есть вопросы? Да. Я недавно был в ресторане. Да, в такое ужасное время я был в ресторане. Ну, еще открытые рестораны, ничего в этом особенного нет. Так вот. И там я нашел волосок в своей еде. Я вот подумал, а как бы поступила Лилия Павловна? Вот это серьезный вопрос. Если вы нашли какой-то не тот предмет в блюде, который вам подали в ресторане, не кричите на весь зал, не поднимайте скандал, потому что всегда плохо выглядит тот, кто скандалит. Поэтому позовите своего менеджера, официанта, объясните ситуацию, вам заменят, вам будет бонус. Поверьте, очень серьезный бонус за ваше тактичное поведение. Но бывает другая ситуация, которая, кстати сказать, мы все не застрахованы, мы все вот так вот ходим. Мы сейчас готовим с непокрытой головой, правильно я говорю. У нас нет специальных шапочек, косыночек. Я помню, моя мама не приступала к приготовлению еды. Во-первых, она даже не расчесывала волосы, она сразу их закладывала и одевала что-то сверху, чтобы нигде ничего не было. Мы стали более халатными. Поэтому, когда мы принимаем у себя гостей, то... Во-первых, гость, вы можете быть гостем, и вы можете быть хозяйкой. И вот это две ситуации. Если я гость, нахожу что-то в тарелке, что я делаю? Я никому ничего не говорю, но я пытаюсь всеми приборами достать какой-то предмет, который мне там не нравится, и на ободочек вот тарелки, туда, куда мы складываем косточки, вот туда это оставить весьма заметно. Любая хозяйка все поймет и будет вам крайне признательна. Ах, так для этого нужно пересматривать ваши старые видео. Да, видео пересматривать надо. Хотя об этом я еще не говорила, по-моему, об этом ужасе. Но просто это неоднократно меня об этом спрашивают. А если я хозяйка... Я подаю блюдо, и я увидела там, сама же увидела, предположим, какой-то волосок. Что я должна сделать? Я должна быстро взять салфетку, бросить тарелку и сказать: ой, извините, я перепутала. И отнести эту тарелку, все там выбросить и уже новую порцию принести этому гостю, который нам секунду... Вы вообще можете ничего не говорить, вы как бы случайно обронили туда салфетку. И все уже вам понятно, что это не... Ну вот вы неуклюжая. Неуклюжесть не портит так аппетит, как плохой предмет, несъедобный предмет в вашем блюде. Хитрим, на ходу соображаем. Вот пока такие рецепты. И чтобы ни с кем из вас ничего подобного никогда, а тем более в новогодние дни, не происходило.
А давайте жить вкусно. А давайте жить счастливо. А давайте жить красиво. И до встречи, если будем. Вы этого захотите. Будем. Будьмо. Эй. Hey.